Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... Wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but... That doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be... Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. You're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay. Think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Yeah. Out of my office. Oh, I can't re-record this. И всем снова привет, мои дорогие друзья, гости моего канала, подписчики. И в этом видео вы сегодня сейчас только что увидели, что у меня уже получилось. Я заменил пластинку. Это раз. Что теперь проигрывается именно вот эта вот звуковая дорожка, которую вы слышали в начале, вот. Это начало будет Portal Stories Mail. И сегодня мы будем, собственно, достраивать эту карту вместе. Ну, вы будете, естественно, смотреть. А я буду строить. Да. Да, носатый? Вот видите, он даже ничего не говорит. Обиделся, наверное, на то, что я его посадил в клетку. Из невидимых барьеров. Итак, дорогие друзья, у меня печальная новость. То, что у меня... Не записался ролик, да. Я забыл включить запись. Да-да. Вот такой вот я вот. За это время я успел построить вот что, по крайней мере. Добавил вот немножко тут. Добавил текстурпак еще один. Прикольно, мой, нам вот такие манекены. Прикольно выглядит. Да и турельки сюда поставил. Я точно уже позабывал вот. Здесь я вот добавил дверь. Ну, короче, все, я там еще, кстати, да. Пока не забыл. А, здесь же поршни, точно. Здесь.
Да блин, да что ж такое? Тебя же лучше поломать, короче, потом. И я, наверное, потом уберу от этих собак, да, вот эти веревки, то они как-то не очень-то. Добавить здесь testing area написал вот здесь. Короче, я смог достроить эту комнату, добавил стены. Теперь здесь стены, остается только потолок. Здесь я, по крайней мере, ничего не обновил. А хотя да, обновил. Я добавил сюда вот эти вот балки. Тут еще сюда добавил балки, решил. Добавил сюда еще один вентилятор. Скорость сюда вот вниз, здесь напишу 29. Как было в оригинале. И так какие-то там числа, я уже не помню точно. Да, опять сюда заходить. Если так и до сих пор не узнаю, что там за комната. Если я еще не обновлял. По крайней мере, вентилятор как крутился, так я крутился. Здесь я тоже. Это то же самое. Хочу выделить только одно, то что я уже знаю, как у меня будет выглядеть сам искусственный интеллект. Аегис. Ну, свора. Здесь вот та самая комната. И вот сюда можно еще залететь. Я же просто так никогда ничего не оставляю. Вот так, здесь... А, фу ты, не туда залетел. Не в то место. Так, теперь... Ломаем вот здесь. Так, сюда блок, сюда... Не этот блок, а вот этот. Даже сюда надо. И вот здесь. Идеально. Я добавил вот эту вот такую комнатку, еще добавил коридор даже. Целый коридор. Здесь да, еще один коридор, который ведет сюда, но здесь закрыл дверь. И вот здесь у нас всякие рычажки, кнопочки. Добавил, короче, все, что это было, полностью освоил. И добавил еще, кстати, да, вот все. В принципе, все. И дальше вот здесь, то есть после этого, вот такая вот сложная дверь выдавалась большая. Здесь я немножко хотел по-другому сделать, но не получилось. В общем, мы сюда приезжаем. Когда мы нажимаем на эту... Да, вот этот. Здесь срабатывает блок, который нас телепортирует, по идее, на новое место. Которое находится вон там вот. Да, собственно, будет сама карта происходить. Дальше. Продолжение. Давайте покажу, что там мне понравилось, как я сделал. Я, в принципе, я пытался повторить все, как там было в оригинале. Но не до конца, я думаю. И вот мы наконец залетели. Вот здесь все то же самое. Вот это туда буду перевести туда вниз. Больше вот мы типа сюда приезжаем, вот на вагонетке. Вот вагонетка сама та самая. Я просто взял, вырезал оттуда. Скопировал вот эту вот часть. Перенес ее сюда и дальше решил достраивать. И сделал вот здесь вот все вот так. Немножко здесь сделал. Раньше у меня здесь было впритык. Сделал такой большой пробел. Добавил вот эти колонны. Вот здесь я здесь добавил еще. Сюда можно подняться, здесь доска, куда что идет. Такая будка. Например, типа здесь написано что-то. Сделал ее крутящийся, как было в оригинале. Автомат. Еще один, два автомата. Вот вывеска. Здесь я пока не знаю, что здесь находится. Скамейки подобавлял. Также, как я не там были оставлены. Здесь я сделал. Вот здесь такой лестницу. Здесь также можно тоже здесь спуститься. Надпись X добавил сюда. В принципе. Ну, мне нравится, как я сделал. В принципе, похоже. Даже очень. И вот здесь у нас, по идее, уже будет выход уже скоро к рекамерам и к лифту. Который я хочу сделать где-то вот здесь. Вот здесь подальше от этой части, чтобы ну не очень-то сильно мешать. Хотя так и должно получиться, по идее, по моим расчетам. Также я уже знаю, как я сделал рабочие серваки. То есть они будут, наверное, хотя не, я просто обычные серваки. И, короче, я просто вырежу ту часть, ну, скопирую просто из той карты за свора, как я там его сделал. И ставлю все здесь, на последок, в 5 главе. И там буду дальше добавлять сам. И вот это уж все часть понравилась, как я сделал. Ожидайте, день поставим. Set day. Вот, это вот день, и как-то вот так здесь все выглядит. Красиво довольно-таки. За этой дверью я ничего не собираюсь делать дополнительного.
Если, сколько я помню, я был где-то Джимен проезжал на вагонетке, это я точно 100% помню, когда я первый раз играл. Я что-то даже не первый раз, а множество раз я играл в World Stories Mail. В большом количестве. Поскольку сюжет там просто отпадный. Так, давайте я взял последние детали, штрихи, и на этом заканчиваем. А еще мне понравилась правильная пушка здесь. Но я так ее до сих пор не изменил текстурку. Но к следующему видео, наверное, я изменю. А может, ее еще никогда. Просто изменю другое. Ну, просто себе поменять и все. Что там? Очень долго. Так, сет. Я забыл, какой там сет-то. А, это у нас что вообще? Так, давайте. Полированный антизит. Полищит. Вот, полищит антизит. Готово. А, как хорошо знать английский. Вот так, здесь добавим еще. В принципе, как-то вот так. Делают карту, у меня уже получается. Вырисовывается. Я еще планировал сделать сменяющую, то есть, менюшку, то есть, меняй, типа. То есть, там будет сзади, наверное, там кнопка стоять, ну, или нажимаем плита, которая будет менять менюшку. То есть, где-то здесь, возможно, будет стоять просто невидимый барьер, там где-то кнопка начала игры. Либо просто возьму вот эту часть, скопирую и вставлю в соседнюю часть, где-нибудь здесь. Заранее поставлю, чтобы сделать менюшку вторую. Потом еще одну менюшку придется делать. Также. Много делать менюшек мне. Чтобы как. Я пытаюсь как можно повторить оригинальный Port of Stories Mail на все 100% пытаюсь. Ну не знаю, как получится. Пишите в комментариях, как вам уже. Вам нравится, в принципе? Как я тут уже получилось, у меня тут что-то. Если вам что-то тут не нравится, и вы хотите, чтобы я что-то еще сюда добавил, или вы заметили, что чего-то тут нет, у меня не хватает, то пишите в комментариях. Я мог еще где-то ошибся. А так, давайте прощаться. С вами был я, Метатон 12.0. Всем удачи и всем пока.